Всем привет, друзья! Пока весь мир самоизолировался от коронавируса, мы решили изолироваться в гараже. У нас как раз давно стоял ГАЗ-66, и мы не знали, что с ней сделать. Наверняка многие из вас видели реплики Хаммера из Шишиги. И как бы это ни было уже необыденно, мы решили все-таки, что нам нужна такая машина в гараже. У нас есть уже ГАЗ-66 с полноценным кунгом, с кроватями, с автономным отопителем. И вот хотелось бы такую приколюху в виде Хаммера. Значит, на данный момент у нас есть Шишига, есть вторая кабина, какие-то профиля, там металл мы сейчас найдем. Единственное, что сейчас невозможно купить запчасти, так как все поставщики закрыты, магазины автозапчастей тоже закрыты, поэтому будем делать ее в максимально кратчайшие сроки и с минимальными вложениями. Ну что, погнали? Первым делом нам необходимо было освободить раму от кабины и кунга, и для этого нам пришлось воспользоваться манипулятором. Далее у нас сейчас по плану максимально освободить раму от ненужных вещей, максимально быстро и эффективно очистить ее от грязи и ржавчины для того, чтобы покрыть ее каким-нибудь антикором. Друзья, если вас интересует более подробная техническая составляющая проекта, в описании будет ссылочка на борт-журнал на сайте Drive 2. Так как кабина состоит из трех частей, мы решили сварить своего рода каркас, на котором мы будем ее собирать. Yeah.
Ну что, друзья, прошло 9 полноценных рабочих дней, и мы получили вот такой вот результат. Мы полностью сварили кабину, установили ее на раму. Когда ты смотришь фотографии таких шишек в интернете, да ты думаешь, да, это круто. Но когда ты собираешь такую машину, еще и ей владеешь, то это вдвойне круче. То это то же самое, когда вам нравится какой-то автомобиль, вы мечтаете о нем, и когда вы его покупаете, выходя из машины и идя домой, вы еще несколько раз оборачиваетесь для того, чтобы посмотреть на нее. Если вам понравилась эта машина, понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Если вы хотите увидеть продолжение этого видео, обязательно подпишитесь на наш канал и включите колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Пока!